Редкий вечер, когда мне жалко, что вы выключили там мобильники, потому что я вижу черную дыру, это так непривычно. Мы как-то привыкли видеть зал, чувствовать зал на концерте. Вот, спасибо. Вот, и я попрошу светлячков любимых дать немножко света в зал. Вот, во-первых, нас стало больше. Если вы видите, я с радостью представляю вам нашего специального гостя Светлану Цурганову. Вот, наше второе отделение, мы думали сделать три, но потом мы решили, что мы тогда не выживем. И времени на репетицию было очень немного. Вот, второе отделение, оно называется «Споемте, друзья». Да, я еще ни разу не видела, как поют люди в масках, это тоже будет новый опыт. Вот, и вы знаете, оно возникло, потому что каждый раз в преддверии каких-то вот, юбилеев, не юбилеев, дат военных, когда идут военные концерты, военные песни, я, находясь в зале, всегда очень мучаюсь, потому что мне очень хочется петь, а не просто слушать, особенно когда это любимые песни. И мы решили дать эту возможность всем, не только себе, но и вам.